Сегодня отмечается один из дней воинской славы России. 27 января 1944 года полностью была снята блокада Ленинграда. Она длилась долгих 900 дней. За это время, по разным данным, погибли от 400 тысяч до 1,5 миллионов человек. Среди освободителей города на Неве были и уроженцы Кабардино-Балкарии, рассказывает наш специальный корреспондент Сафар Гириев. После семидневных боев войска Волховского и Ленинградского фронтов 18 января соединились и тем самым прорвали блокаду Ленинграда. Сообщение Советского информбюро по радио передали около полуночи 18 января 1943 года. До этого армии двух фронтов, Ленинградского и Волховского, нанесли по вражеским позициям мощный удар. Наступление поддерживали огнем корабли, береговая артиллерия, а также авиация Балтийского флота и дальнего действия. На восточной окраине рабочего поселка под Шлиссельбургом наши войска соединились. В тот же день от фашистов было полностью освобождено все южное побережье Ладожского озера. Николай Евтушенко, участник тех исторических событий, рассказывает, эта битва не была окончательной, и до полного снятия блокады Ленинграда оставался еще целый год. В составе 147-й стрелковой дивизии, когда был в армию призван, был направлен под Ленинград Волховский фронт. Там готовилась большая операция по прорыву блокады Ленинграда. Ленинград был в блокаде. И вот туда было заброшено 50 вагонов боеприпасов. Я был орудийный мастер, считался, и как завдела производством технической части артиллерийского полка. Я шел на подразделение туда, в свои, и слышу, земля заходила. Громадный, значит, залп орудий начал бить. И как начал он бить 12 января, и 18 января блокада Ленинграда была прорвана. Ленинград получил дорогу жизни, и Ленинград воскрес. Вот там я получил первую боевую награду свою за боевые заслуги. Это моя награда за прорыв блокады Ленинграда. Второй медали Евтушенко также удостоился за оборону Ленинграда. А свое боевое крещение ветеран получил много раньше, летом 42-го, под Воронежем. Николай Никитович активно участвовал в сражениях в районе Прохоровки на Курской дуге, форсировал Днепр. Дальше были Висло-Одерская и Берлинская операции, освобождение Праги. Награжден орденами Отечественной войны второй степени, славы третьей степени, медалями за отвагу и Георгия Жукова. Но битву за блокадный Ленинград Евтушенко считает самым серьезным испытанием для многих, как и он сам, тысяч молодых солдат. Мне было задание доставить документ командованию. И я что-то был где-то в районе Москвы, дают пакет, и я вот этот пакет доставляю там, под Ленинградом. Страха большого мы не испытывали. Получалось так, что выполняли задания под пулями, под взрывами. Засыпалось, как я говорю, засыпал землей. Был завален землей, а под землей находился, наверное, часов 5-6. Всю войну Николай Евтушенко служил в одной воинской части. Хоть и попадал в медсанбаты и госпитали, всегда возвращался в свой полк, в свою дивизию. Шагал в боевых рядах царицы полей, пехоты, воевал танкистом, артиллеристом, дошел до Берлина. День Победы встретил в Праге. В семье ветерана хранятся многочисленные книги с документальными фактами Великой Отечественной. Некоторые рассказывают о боевых подвигах Евтушенко. Николай Никитович включен в список 200 выдающихся государственных деятелей планеты. Он опубликован в издании «Солдаты 20 века». Без малого 70 лет рядом с ветераном его супруга Надежда Андреевна, тоже герой войны. Она участвовала в Сталинградской битве, отмечена многочисленными наградами. Евтушенко и сегодня посвящает ей большую часть своих стихотворений. Ее глаза меня пленили, и в дальний путь благословили, куда потом пошла она, и имя этому война. Уже в мирное время Евтушенко получил звезду Героя социалистического труда. Прошагавший дорогами Великой Отечественной от начала и до конца войны, свой день рождения Николай Никитович отмечает не 11 мая, как записано в метрике, а 9 в День Победы. Сафар Гириев, Анатолий Дерико. Вести, Кабардино-Балкария.